Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Sniper 3. И возьмем мы миссию Искры в воздухе. Вот, кстати, тоже интересная миссия. Да. На дальнюю дистанцию бить. Запаслись арсеналом. И теперь выходим на охоту. Так. Тихо. Вот они двое. Начало отсюда берет. Проникнули в депо. Так, двое есть. Ох, я уж не помню, как я их выносил. Так, снайпер. Что там случилось? Что произошло? Так. То ли одни выстрелы сразу двоих забить. А я как-то подкрадывался, выманивал их и хреначил. Так, вот второй отмечен. Нет, я вот сюда. От вашего взгляда подальше. Так. Эти двое. Работяга. Вот здесь вот еще должен быть. Если я не ошибаюсь. Так, вот здесь вот должен быть сидеть человечек. Вот он. Это я хорошо помню. Так. Вот там вот, по идее, снайперская позиция, оттуда стрелять. Но нет. Я не хочу легких путей. Так. Вот так. Вот так. Проникнуть это одно. Ну, красиво это сделать, это уже другое. Так, вот здесь вот снайпера нету. Еще одна снайперская позиция, ладно. С этим мы потом разберемся. Для начала нам надо вообще вот убрать вот эти вот тела. Первое. На вышке. Сколько до него? 150. Ну, все, да? И дыхание. Первый есть. Итак. Красиво. Второй, вот он. Есть. Это даже не дистанция. Так. Теперь вами займусь. Вода. Вы от меня никуда не уйдете. Тихо. Так, найти дорожные ведомости в депо. Вот. Пролом. Так. Находится в главном депо. Хорошо. Так. Давай-ка я тебя допрошу. Если получится, то и второго тоже. Даже не знаю, услышали выстрелы твои, нет? Так. О, а ты чё? Камера где-то была, что ли, или что? Так. Блин, меня заметили.
Так, свалим с этой позиции. Цепочка убийств. Ну ладно, сами напросились. Ох, как я не хотел этого, конечно. Где ты там? Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Так, сколько? 170. Да. Блин. Так, а мне что, надо воевать или снайперить? Ну-ка. Так-то мне призрак вообще надо. Ну и воин не помешало бы. Нет, надо проснайперить, потому что у меня тут глаз хищника. Блин, мне еще на него прокачивать надо. Так, так, так. Кто там? Банк. Взорвал? Взорвал. А, машина можно было так. Камушек кинуть, он бы подошел бы. Я бы их расстрелял. Ну ладно, что было, то было. Так, где-то тут у нас слишком много предметов. Ну уж извините. Ой. Это по мне. Какая прелесть. Заботятся. Так. Так. Успокоится сейчас скоро. Как поймут, что меня там нет. Так, а у тебя что за оружие? -то? Что за винтовочка была? Ты мне подскажешь? Пистолет. Пистолет. Ну давай, сменим. Посмотрим. Так, пистолет. А где винтовка-то? Внизу винтовка. О-о-о. Видите, как я удачно зашел. Так. Нету никого. И там мы все попрятались. Ага. Ну и ладно. Все чисто. Думаете, вы меня убили? Так, где... так, ты вот лежал там. Пост. Где оружие у тебя? Вот оно. Вот так. Ну, нормально. Первый есть. Теперь дело за вторым. Насквозь пробил. Какая прелесть. На. Сам к своей смерти бежал. Так. Так, тихо, тихо. Я дядька-то хороший. Не надо тут на меня наговаривать. Сколько мне там еще надо насобирать-то? Навыки. О, есть. Так, дополнительная ячейка под модуль дрона. Задержка дыхания. Ну, давай, задержка дыхания. Вот теперь можно копить. Воевать. Воевать, а потом с вами буду. Ну, давай. Не подохни только.
раньше времени. Дебил. Кто ж так прячется-то? Так, нет, нет, что-то тут есть. Вот так. Чуть детали не оставил здесь вам. Что-то не гранатами, ничего не пользуюсь. А надо мне, наверное. Ну ладно. Мне не к спеху. Так. Вот. Снайпера бы там не было. Какого-нибудь. Глупо будет на него выйти. Итак, отправимся, посмотрим. Так. Место-то для снайпера есть. Снайперская позиция. Туда он даже дорога уходит. Ну, видимо, там другая локация. Ладно, посмотрим. Так. Вот еще одна локация. Вот этого я с ножа, наверное, вынесу. Это даже никого не взорвал. Кстати, даже не знаю, как это будет. К чему относиться. Господи, все развалено. Враг отвлечен. Зачем отвлек? На сейчас-то. Блин, он еще и наверх пошел. А здесь что тогда? Ну давайте проследуем за ним. Вот. Допросик. Кто-то нас видел там? Или что это было? Опять наше перемещение. Так. Так, так, так. Вот так. Блин. Работяги. В лоб. На. Полежи. Так. Мне надо сначала пошариться здесь.
Что у нас здесь имеется? О, обыскать. Вот так. Взять. Не все так просто. Нет, нет, нет. Нет, 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 не все так просто. Так. Понятно. Что-то у нас здесь есть. Что-то притаилось. Товары для обмена. Но мы не уйдем отсюда. Так. Кто там? Еще один. На. Помостик уходит, как у себя дома. Господи. Тут стреляют вовсю. А они ходят туда-сюда. Идиоты. Так. Ну, начнем собирать теперь. У нас еще есть тела, которые мы обещались убить. Нельзя разочаровывать их. А то дали обещание и не сделали. Сейчас вот мы это и выполним. Но для начала соберем продовольствие наше. Пункт боепитания. Так. Что у нас здесь? Заткнись. Блин, так и не заметишь сразу там. Спрятали, блин, этот кошелечек. Минометное орудие. А вон он. Ждет нас. Скучает. Ну ничего. Я уже иду к тебе. Не расстраивайся. Ух ты. Вот еще что-то. Так, ну-ка. Надо посмотреть, что здесь. Это мы посюда и шли бы, если бы так таились. Потом на ту позицию бы вышли. Если бы захотели бы так, еще дальше бы прошли. Потом вот позиция. Господи. Зачем мне такая заморочка? Так. Нас... Человек ждет. Торопится прямо-таки. Блин, я хотел тебя зарезать. Как ты чувствовал, что ли, что я там крадусь? Что ты сюда пошел? Не ходил, не ходил, а тут на тебе пошел. Так. Стой, 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 стой. Так. Что у нас еще имеется здесь? Два трупа. А, эти же эти бегунки. Ну кто ж? Бегать лучше надо было. Подвела дыхалка-то. Любопытство, господи, тут, знаете ли, стреляют. Так, какие-то вот здесь вот еще детали. Опаньки. Так, и сюда. Вот значит там залезем. Узнаем. И вот он. Спрятали от меня. Давай. Беги.
Открываем. Есть. Ой, кто-то там на минометном орудии еще сидит. Какая прелесть. Давай-ка заберем кошелечек. Ой-ой-ой. Так. Сейчас попробуем шумилку тут увлекающую на тебе. Блин, я хотел у тебя проверить это. Так, нет, 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 я в кустах, все. Меня не тронь. Ну, где ты там? Так, дрон сбили. Так, обратно. Блин. У меня что, дрона лишили, так я понимаю. Блин, я только хотел приколюху исполнить. Давайте, давайте, ищите меня, ищите. У меня камней много, могу кидаться долго. Вот так. Сейчас пулю в лоб получишь. На. И у нас остался один одинёшенек. Он наверху. Вот пойдет он к нам или нет? Вот так. Не пойдет. Ну и да. Аванпост зачищен, я так считаю. А, какой аванпост? Нефтебаза. А нет, аванпост все-таки. Ну и ладно. Не получилось, конечно, как я хотел. О, дрон. А я думал, его сбили. Я думал, его сбили. Ладно. Где обыскать? Так, последнее тело у нас. Открыть. Работяги бы убежали, а то пострадают ничем не повинные люди. Мы же не звери. Так. Что-то у нас там есть.
посмотрим сейчас, что-то обозначено у нас. Все, можно теперь стрелять. Поджечь горючее с безопасного расстояния. Ну давай. А вон там, я думаю, безопасно будет для меня. Не понимают, которые там просто сделали задание и ушли. Нет. А как же приключения? Это что за ущелье? Это что за пути отхода? Ну да, действительно, пути отхода. Вперед. Ага, не в ту сторону. Кто ж видит эти скалы? Давай. Еще. Вот так. Еще. Молодец. Пять тебе по физкультуре. Подтягивайся. Первая есть. Все. Получаешь горючее с безопасного расстояния. Покиньте зону операции. Да, без проблем. Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Мой автомобиль. А что ты здесь делаешь? Кто тебя тут оставил? Ой, у меня есть труп один. Не обысканный почему-то. Так, надо доделать дело. Нельзя так халатно относиться к ресурсам. Вперед. Ну давай, давай, ползи, ползи. Ой, помню, на этой миссии я несколько раз бывал. Ну как, миссии-то уже не было. А люди были. Из-за того, что делать нечего, скучно. Это было очень веселое заданица. Зачистить вот этот аванпост искры в воздухе. Ну вот, поискрили. Беги, беги, человече. Какого северного ха вы еще тут бегаете? Не видишь? Сюда северный пушной зверь пришел. Так что... напоследок кинем в машину. Вот так. Открыто. О, что-то открыто. Открыто. Маркер, глушитель. Ну, давайте. Возвратимся в нашу берлогу. Оружие. Будем восстанавливать запасы. Ну, на этом все. Увидимся на следующей миссии. Подписывайся на канал, ставим лайки. Пока.